Грузчики, которые зарезали своего шефа, получили 32 года колонии строгого режима на двоих. Также мужчины заплатят 4 миллиона рублей в качестве компенсации родственникам погибшего. Челябинский областной суд вынес приговор 29-летнему Сергею Мулаянову и 23-летнему Александру Домощенко. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. По версии следствия, криминальная пара в марте прошлого года распивала спиртное в квартире своего работодателя в Ленинском районе. Затем из корыстных побуждений мужчины зарезали шефа, вытащили из его куртки 30 тысяч рублей и скрылись. В ходе распития спиртных напитков, а это распитие продолжалось более 2 недель, Мулаянов и Домощенко решили совершить хищение денежных средств у Войцеховского, поскольку знали, что в тот день, 13 марта, Войцеховскую мать привезет большую крупную сумму денег для ремонта автомашины. И вот за совершенное преступление Домощенко отправили в колонию строгого режима на 16 лет и 1 месяц, а его товарища Мулаянова на 16,5 лет.